открылся концерт с сочинением Петра Чайковского в исполнении учащихся Академического музыкального училища при Московской консерватории имени того же знаменитого русского композитора. В этом училище обучаются юные талантливые музыканты из разных регионов России, даже зарубежья. Такая тенденция как раз и присуща учрежденному в сентябре духовому обществу, цель которого – возродить коллективное музицирование, искать и поддерживать одаренных детей. Мы очень хотим, чтобы ребята из разных городов, встречаясь на разных сценах, могли друг другу доставить удовольствие коллективным музицированием. Повторяю, этому предшествует огромная работа. Вот в этом деле очень важно, какую роль выполняют учебные заведения. И вот Сочинское училище – одно из самых активных учебных заведений в этом процессе. Полагаю, что в огромной степени это зависит от руководителей, от творческого педагогического коллектива. Мы им очень признательны, и уже за эти годы у нас сложились настоящие дружеские взаимоотношения. Сплотить все российские и зарубежные духовые коллективы и есть задача нескольких проектов духового общества. Реализация одного из них станет совместная поездка в начале сентября в Крым, где на одной площадке выступят больше 200 музыкантов. Пока же на сочинской сцене в так называемом духовом ансамбле около 60 ребят, и каждый из них талантлив и виртуозен. Сегодня в концерте прозвучали сочинения западноевропейской и русской музыки, конечно же, произведения военной тематики. Подобные концерты, мастер-классы и творческие школы будут проходить во всех городах России, чтобы в итоге дать реализовать себя каждому одаренному любителю музыки. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.